не знаю, 400 до 700 тысяч долларов на кино. Это то, что необходимо оплачивать, потому что ты не можешь в долю взять водителя, который возит актера, или дольщика, который возит камеру, Лего. То остальные актеры, наши актеры, продюсеры, мы все работали в проценте от будущих доходов. Вот на сегодняшний момент, к сожалению, в прокате у нас мы не очень удачно выступили. Мы продержали всего к фильму «Самоубийца». К «Самоубийце». Да, к «Самоубийце», я говорю, продержали всего неделю. Потому что нас там смели мамы, свидания. Но сейчас вот как бы продажи на телевизионные права. Вот мы надеемся, что мы вернем, по крайней мере... Я так понимаю, что «Соловьем разбойником» уже ситуация изменилась, и «Соловей-разбойник» практически полностью окупил себя исключительно в кинопрокате. Сейчас я передам микрофон студентке Института телевидения и радиоостанкина Насте Коровяковской. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вмешательству государства в кинематограф? И нужно ли это? Ну, смотря каким образом вмешивается кино в государство кинематограф. Если она поддерживает фильмы, как мы сейчас понимаем, да, как фонд кино Минкульт дает субсидирование, то, наверное, это необходимо. А как же ужинает, он ее и танцует? То есть, если они дают деньги, они будут дурить, либо ты про это не снимай, а про это снимай, а как? Джентльмен, куда че? Ты здесь не ходи, ты здесь ходи. Рисовать розу, как скачать видео из YouTube и как называется игра, где надо бегать по поездам. Это одни из самых популярных запросов. Но, впрочем, детей интересуют и более серьезные темы, например, как правильно целоваться и как понять, что ты нравишься парню. Народные новости. Вообще вопросы, которые задают дети интернет-поисковику, стремительно меняются с возрастом. Если ученики первых классов спрашивают, как сделать спичечный домик или как стать феей, то в четвертом их уже интересует, как найти площадь треугольника. В седьмом это уже другие вопросы, как признаться девочке в любви, когда ты идешь за ней после уроков. Ну а старшеклассники спрашивают, куда пойти учиться после школы. Кстати, многие думают, что школьники не хотят поступать в колледжи и техникумы, а стремятся скорее получить высшее образование. Но, согласно статистике Яндекса, очень много и мальчиков, и девочек. Золотую середину и вперед с песней. Большое путешествие. Путешествие на Авторадио. Тем, кто не в восторге от итальянской эстрады, непременно советую брать с собой любимые диски. Местные радиостанции крутят абсолютно одно и то же. Хотя и в этом есть плюс. Уже через пару дней за рулем начинаешь понимать разговорный итальянский. Как и на многих крупных островах, на Сицилии два типа дорог. Одна бьется по берегам Ионического, Тиренского и Средиземного морей. По ней можно объехать остров по периметру, созерцая морские, горные и городские пейзажи разной степени великолепия. Однако ваша средняя скорость вряд ли будет превышать 25 км в час. Это дорога для тех, у кого в распоряжении минимум. Я хочу сейчас побыть один. Ты не жди меня, я не приду.
этого пошло на 500, у нас нет.